В 17 главе Апокалипсиса читаем про великую блудницу Рим. В первую очередь, конечно, имеется в виду духовный блуд, измена истинному Богу. Во вторую очередь, вообще Рим славился развратом и блудом. Римский поэт Ювенал, автор известного выражения «Будем молиться, чтобы в здоровом теле был здоровый дух», так писал о жене императора Клавдия, да, божественной Августе. «Взгляни же на равных богам, послушай, что было. С Клавдием, как он заснет, жена его, предпочитая ложу в дворце Палатина, простую подстилку, хватала пару ночных с капюшоном плащей и с одной лишь служанкой. Блудно это Август убежала от спящего мужа. Черные волосы, скрыв под парик белокурый, стремилась в теплый она лупанар, увешанный ветхим лохмотьем. Лезла в каморку свою пустую и голая с грудью в золоте всем отдавалась. Ласки дарила входящим и плату за это просила. Зуд в ней пылал и упорное бешенство матки».